Всем привет, друзья! С вами, как обычно, Олег и Валя из Египта. И я напоминаю, что мы сейчас находимся в отеле Royal Lagoon. Это 5 египетских звезд. Заехали мы сюда ровно на одни сутки. На двоих все включено за $45. 1800 гривен. 1800 гривен. Ну и обед вы уже видели, был на канале. Настало время ужина. И для нас это большая тайна, чем нас отель будет угощать, так как обед был все-таки скудненький и, ну, ограниченный по выбору. Ну, будем так говорить, для пятерочки слабенький, для 5 звезд это слабо. Еда была и мясо было, да, но было всего как-то маловато. Ну, Валь, для пятерки, даже египетской, в Египте говорит, что мясо было, но это таких пятерок не бывает. Мясо было, рыба была, курица была. Хотим, чтобы отель все-таки удивил нас ужином, так как мы уже видели, что раскочегаривали гриль на улице, а значит, будет что-то, надеюсь, вкусненькое. Ну, я тоже надеюсь, или вкусная кофта, или какая-то курица гриль. Что там еще на гриле могут делать? Вряд ли же креветки сейчас не знаю, нам дадут, правильно? Не знаю, сейчас мы пойдем с вами и все это будем смотреть. Конечно же, вам это все покажем. Ну и покажем, что мы едим, что мы себе взяли. По нашему опыту, обычно ужин, он самый такой, как это сказать, богатый. Питательный. Да, ну именно разнообразие, ужин... такое обилие еды. Обычно приносят, вернее не приносят, а подают на ужин. Ужин должен быть потяжелее обеда. Да, также, ребята, после ужина мы постараемся отснять хотя бы немножко анимацию. Мы видели там сцена, будет, не будет, аниматоры днем бегали, мы это видели. На вечер никто нас не приглашал никуда, но мы надеемся, что анимация должна быть также. Но об этом немножечко позже, а сейчас погнали на ужин. Мы уже направляемся в ресторан отеля. Из новогодних декораций вот такой вот а-ля пряничный домик. И уже стоит елка. В холле играет живая музыка. Как видим, людей прилично. Ну а нам вот туда. Справа от лобби-бара находится основной ресторан. Ну что, пойдемте? Начну обзор с хлебной станции. Ну и вы сами понимаете, что куча видов булочек, сухариков, свежих, сушеных и разного хлеба. С этим в отелях проблем не бывает. Ой, даже вот принесли маслица. Два вида супа в пятерках, в принципе, это нормально. Марокканский супчик. Ой, на вид неплохой. И у нас паста-суп, то есть с макарошками. Тарелочки есть, сухарики. И снова только огромные тарелки просто нарезанных овощей. Тем более капуста вот такими вот частями. Так, у кого-то день рождения, включусь чуточку позже. Фуф, как долго в отеле поздравляли с днем рождения кого-то. Продолжаем наш обзорчик. Hello. Так, салатики из цукини, цветная капуста. Ой, моя любимая баклажанная намазочка. Вот такие вот салаты, честно говоря, в отеле никогда не берем. Ну, понятное дело, что это сделано уже из продуктов, которые остались от обеда. Нет, нет, я не говорю, что они плохие или испорченные. Просто мы любим больше свежие овощи. Ой, моя любимая маслинки каламата. Вот эти овощи, будьте аккуратны, они могут быть очень острыми. Ого, какие оливки. Здесь перчики, соленья. Вот эти лаймы маринованные, тоже никогда их не пробовала. Но, может быть, стоит? Интересно, напишите, вкусная штучка
или так себе. Второй или третий стол уже идет салатов. Цукини жареные, перцы, айсберг, помидоры, капуста. В общем, ребята, овощей в отеле много. Насчет мясных блюд как раз посмотрим, что будет на ужине. Гриль я уже видела, работает. Сходим туда позже, посмотрим. О, это какой-то мясной куриный рулетик. Снова овощи. Тут у нас что-то из говядины. Лаймы. В общем, выбор огроменный. Смотрите, вот это все салаты. Ну а здесь, как ни странно, еда досталась до сих пор за стеклом. Берем тарелочку и идем. Паста двух видов или даже трех. О, смотрите. Вот такой вот. Картофель рагу. Тихо-тихо, заволновались. Говядина тоже была на обед. Вот такая в соусе. Еду, в принципе, доносят. Паста в духовке. О, а сегодня куриные топкапы. В общем, это такая фаршированная курочка. Крупой. Булгур или рис, скорее всего. Там у нас дальше тушеные овощи. И давайте посмотрим. Последнее блюдо на сегодня — жареная рыба. Вот такая вот в кляре. Сладкий стол в отеле, смотрите. Небольшой выбор пирожных. Их доносят. И, как по мне, они все практически одинаковые по вкусу. Особенно вот эти бисквитные. Просто с разными цветами заливки сверху. Вижу, был какой-то тортик. Маршмеллоу. Зефирки. Что вот это такое? Ага, они тут везде. Вот такие пироженки. И вот такие. Как для отеля 5 звезд, все-таки выбор очень ограничен. Ну, я сладкому равнодушна, поэтому мне все равно. Ну, а сладкоежки, смотрите. Фрукты и десерты. Яблоки с дыней порезанные в водичке. Что-то не знаю даже из чего это. Такое не ем даже. Вот, в белом варианте. Есть апельсин, гранат. Здесь у нас все дублируется. И вот тут вот финики. Ну, по сути, тоже выбор немножечко, как для пятерки, по фруктам ограничен. Сладости восточные. Просто печеньки почему-то отдельно стоят. Вот такие, вот такие и вот такие. Естественно, работает бар. Два вида юпи, водичка, крепкие спиртные напитки, пиво, вино, белое и красное в термопаках. А пепси и кола бутылированные. И еще есть вот такая открытая терраса в отеле. Смотрите, как засервированы красиво столики. А я хочу показать вам гриль. Сама еще не была, не видела, что же там сегодня подают. Свободные столики найти можно, хотя отель загружен. Все напитки подают в стекле, как ни странно. Но да, да, это пятерочка. И вот нас уже встречает повар. Hello. Chicken grill. I can see. Ага, курочка гриль. Окей, thank you. Ну и покажем нашу добытую пищу на сегодня. И это у нас киш-киш-киш, мяско. Вот такое тушеное. Овощи, это на двоих. Я себе еще захотела взять картошечку. Взяли попробовать рыба.
неизвестная субстанция белого и розового цвета была. Какое-то желешко, что-то, не знаю. Напитки, пиво, вино, кола, да? И из фруктов взяли гранат. Вот, в принципе, это вся наша еда. Суп не захотели, потому что будет перебор, мне так кажется. Достаточно мяса. Я и так вон на картошке немножко расслабилась. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита. Подводим итоги ужина уже в номере, откуда мы с вами и начинали. Так как на ресепшн, в лобби очень шумно, очень много людей в отеле, кричат, шумят, играет музыка. Поэтому решили уже вернуться в номер и с вами немножечко порассуждать об ужине. Хотим сказать, что отель нас 5 звезд вообще ничем не удивил. Даже наоборот, немножечко разочаровал. Да-да, голодными не останетесь, однозначно, мы видели, вы видели, мы покушали и мясо, и была и курица-гриль. Ну все, и это все. Честно говоря, думали, будет хоть какое-то разнообразие. Так что креветки в отеле точно не ждите, крабов, наверное, точно так же. А кто отдыхал в этом отеле, напишите. Были, просто мы здесь на одни сутки, поэтому, к сожалению, больше ужин мы... увидеть, ну, у нас не получится. А если вы были гораздо дольше, то напишите, пожалуйста, может быть, тут были какие-то изысканные блюда на гриле или вообще в основном ресторане. Хотя бы разнообразие, потому что, ну, курица, рыба есть в каждом отеле, даже в любой четверке, даже, наверное, я уверена, в любой тройке. А тут все-таки отель 5 звезд. Очень будет интересно почитать. К ужину не относится, но еще удивила ситуация с полотенцами на пляже, которые мы не смогли взять, потому что они выдаются только возле центрального бассейна. Ну, это все мелочи и маленькие минусы отеля. В целом, в принципе, отель средняя троечка, четверочка. Самая бюджетная пятерка. По цене $45 на двоих. Сутки по наземке. На все включено? Да, потому что некоторые люди здесь без обеда отдыхают, без спиртного или еще чего-то. Мы таких уже встречали, и это проверенная информация. Так что мы думаем, мы надеемся, что это видео было полезно и интересно для вас. И как всегда, из Египта с вами были Олег и Валя. И все буде Украина. Всем пока!